Всем привет, друзья! Продолжаем прохождение модификации смерти вопреки в центре чертовщины. Ну и сейчас по основному сюжету, по квесту «Право на мечту» нам необходимо поговорить с фараоном. Вот пришел я к нему. Есть что-то новое? Сюда, на Скадовск. Я только что разговаривал с Ахиллесом. Ну и что? Передал ему сведения? Да, он по своим каналам пришел к тебе, к тем же выводам. Теперь нам предстоит копать в этом направлении. Отлично. Что-то от меня потребуется? Оборудование. Ахиллес также считает, что Крот кто-то из обитателей Скадовска. Вычислить его — вот наша первостепенная задача. Какое именно оборудование нужно и как вообще вы решили вычислять стукача? За ручку взять и, заглянув в честные глазенки, спросить: а ты, дядя, случаем не стучишь на нас, так? К чему такой твой сарказм, родной? Мне нужны прослушивающие устройства. Думаю, штук 5 будет вполне достаточно. Также нужно продумать, как именно их передать кое-каким личностям среди местных. И ты мне в этом поможешь. Их применение позволит нам засечь сигнал от того, кто сливает данные группировки неизвестных. Переговоры или шифровки — все равно. Главное — это засечь хоть что-нибудь. И с какого перепуга ты решил, что у меня есть нужное оборудование? То есть как это у тебя их нет? Пропил, что ли? Ха, если бы. Не спрашивай лучше, это долгая история. Да и неважно, забей, Нарсул. Нет, фараончик, что-то ты темнишь. Ахиллес отдал конкретный приказ получить у тебя прослушивающее устройство, что не так-то? Давай не ломайся, как тёлка, отвечай по существу. Да ё-моё, нет у меня сейчас при себе готовых прослушек. Чё ты вообще, чё тебе объяснять? Так можешь греку и передать. Чего прислал-то с этим эквипментом? Чего эквипментом? Чё пристал? Короче, прослушку собрать нет никаких проблем. Если она так нужна, сделаем. Ну хорошо, так бы и сразу сказал. Что-то меня понадобится для сборки этих жучков. Сам сможет это дело организовать? Погоди, татарин, лучше скажи мне, милый друг, ты кого-то конкретно собрался обрабатывать? Круг подозреваемых-то определён или нет? Может быть, сначала лучше я со средствами прослушки разберусь, потом все остальное. Хорошо, хорошо. В общем, смотри, прежде всего нам понадобится основной аппарат для спайки, его можно заказать у Шустрого. Он может в этом разобраться, и проблем возникнуть не должно. Кроме этого, тебе понадобятся специальные радиоматериалы, транзисторы всякие, конденсаторы, несколько микросхем и определенное количество прочих элементов. Вот с ними могут возникнуть проблемы. Так, а где это можно достать? У меня есть кое-что, но этого недостаточно, поэтому предлагаю следующее. Поговори с местными, с Шустрым, с Бородой и с Карданом. В их компетентности и непричастности к происходящим событиям я не сомневаюсь. Да, я думаю, что и ты тоже. Они подскажут конкретно, что именно тебе понадобится для создания прослушки, а также помогут тебе достать все необходимое. И смотри, конденсаторы у меня есть, можешь их не искать. А ты точно уверен, что они станут мне помогать? Ну, ты же помог когда-то им. Почему бы и не оказать тебе взаимную услугу? Так, дело жучки ты будешь сам, поэтому при разговоре упоминай что-нибудь другое. Спасибо. Я уж думаю, как-нибудь с этим разберусь. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Да, да, да. Ладно, давайте зайдем к Шустрому. Так. Мне нужен один прибор, портативная паяльная установка. Ты сможешь ее намутить? Ну, в принципе, смогу, только мне понадобится некоторое время. Ну, там, то да сё. И да, для себя лично берешь, или же попросил кто. Ну, в общем, нужно подпаять рации для скаутов. А, понятно. Так, ну тогда поброди где-то пару часов. Я посмотрю, что можно будет сделать. А с оплатой что? Так, ничего не нужно. Хорошо, успехов. Слушаю тебя. Так, Кардан, мне тут подпаять кое-что надо будет, рацию себе делаю, подсобишь? Говорю сразу, паять за тебя я не буду. Да я и сам справлюсь. Ну и тогда, чё приходил, раз сам себе мастер-то? Мне совет нужен будет и кое-какие радиоматериалы, поможешь с этим? Давай так поступим, ты приноси мне паяльную установку и те детали, какие у тебя есть, а я посмотрю, если что надо, настрою. Детали, какие недостающие, дам. От меня не убудет с двух транзисторов. Чтобы рацию спаять, ерунда. Даже платы с тебя не возьму. Так, ну, заметано, как найду все, что требуется, подбегу. Так, и с кем там еще поговорить нам надо? Еще с Бородой. Как Давайте говорится. Сходим к нему. Так, помоги с одним дельцем.
Что за дельце? Чем смогу, помподсоблю? Ты не знаешь, где в окрестностях можно отыскать радиодетали? Ну, там микросхемы всякие. Ну, так, рация решил обзавестись. Понятно. Ну, так это, тебе это кардан, если что, спаять, помочь сможет. А по радиодеталям тут уже особо искать нечего. Заводов поблизости не ахти. Это все же не окрестности Янова. Хотя, на твое счастье, всплыла тут одна интересная инфушечка. Так, в общем, совсем недавно, где-то с неделю назад, сюда забредал один из свободовцев с их базы. Конечно, укуренный, был в доску, но пофиг. Так, закупился по мелочевке, обычное дело. Слово за слово разговорились малеха с ним, и шепнул он мне по секрету, что со станции переработки отходов, мол, отрыли фримены небольшой схрон со старым оборудованием. Там передатчики, приемники, генераторы, редукторы и прочая фигня. Говорил, то, что нужно, свобода себе забрала, а остальное, мол, бросили на радость прочим мародерам. В общем, такие вот пироги нарсул. Так, ладно. Задание «Отыщите микросхемы». Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Значит, микросхемы можно будет обнаружить на станции переработки отходов и цехах подстанции. Хорошо, значит, отправляемся в эти места. По пути на станцию переработки отходов я вот здесь, на мосту. Сейчас давайте заберем тайник волка. Тут находим артефакт донор. Также РПКМ с патронами и три гранаты. Честно говоря, не знаю, брать ли этот ствол. Ну, ладно, давайте возьмем. Просто посмотреть, что за он. Но, честно говоря, его использовать даже не знаю. Может, и поиспользуем, посмотрим. Так, а сейчас будем искать микросхемы на этой станции переработки отходов. Давайте начнем. Так, надо будет забежать сперва, наверное. Канистра тут валяется. Сперва забежим вот за вот эту вот колонну. Где-то здесь вроде как должно что-то быть. Вот, вот за эту колонну. Так, потом сходим. Проверим первый этаж. По-моему, где-то здесь на столе. Да, на столе там еще патроны лежат. И возьмем еду. С другой стороны тоже должны быть микросхемы. Где-то вот тут вот. Так, тут еда, патроны. Это мы брать не будем. Ага, вот. И со станции переработки отходов все. Ничего себе тут. Какие отряды. Теперь идем на цеха подстанции. Здесь вот за этой будкой забираем еще одну микросхему. И осталась последняя, которая находится вот тут вот. Все, теперь необходимо забрать у Шустрого паяльное оборудование. Идем к Шустрому. Так, ну, как там дела? Отдает нам паяльную станцию. Благодарю. Ну, теперь привет. Давайте отнесем кардану прибор для настройки. Так, ну, в общем, что паять собрался? Сдается мне, что-то это не просто так, что это не просто радиопередатчик. Ладно, как знаешь, может быть, я поверил тебе. Давай сюда станцию и натыренные микросхемы. Я постараюсь настроить установку. Когда ее забирать? В общем, далеко не уходи. Хорошо. Скоро, по идее, он должен все там сделать. А пока мы можем поговорить с фараоном и обсудить дальнейшие действия. Нет, проваливай. Мне удалось отыскать практически все нужные компоненты для создания прослушки. Это радует. Я, кажется, обещал тебе некоторые компоненты. Да. Спасибо. Нужно именно... Так, и как раз это нужно именно для создания прослушки, а не рации, поэтому ты не должен был попасть под подозрение, когда узнавала у местных о радиоприборах. Спасибо, я бы и не попал, не беспокойся, мы очень чисто сработали. Кстати, Шустрому ты теперь должен немного, он помог достать паяльную установку.
Ладно. Так, что еще? Посоветую, только ты сначала принеси мне эти приборы. Я уже знаю, как поступить. Ладно, хорошо. Так, теперь обратно к Кардану. Закончил, закончил. И необходимо создать прослушивающее устройство. Значит, есть у нас паяльная станция, есть вот какие-то компоненты разные. Ну, давайте пробовать. Что здесь мы видим? Значит, расчетные параметры. Прозвонить. Преобразовать. Дальше, справочные данные. Необходимо определить, какого диапазона радиоволны сможет принимать наш радиоприемник. 93-186. 93-186. Спайка и все. Так, появляется у нас 5 прослушивающих устройств. Хорошо. Все, Кардан выполнил свою работу, я тоже. Мне удалось собрать новые прослушки. Теперь необходимо решить, как лучше их разместить. Что посоветуешь? Так ты определился с теми, кого решил проверить на вшивость? Да, но я сам постарался разобраться с этим вопросом. Постараюсь. Я же весь фиговый Штирлиц, поэтому не хочу посвящать в это дело никого, даже тебя. О, как зря ты так. Не доверяешь, значит? Интересно, а почему? А не потому ли, что у меня не оказалось при себе нужных прослушек? Прослушки здесь ни при чем, но я не настолько доверяю тебе, чтобы поставить под угрозу возможный исход операции. Если хочешь помочь, то вот одна просьба. Где мне искать одного из твоих скаутов, Крис, кажется? Я сам решу этот вопрос, Нарсул. Крис один из подозреваемых, я правильно это понимаю? Поверь мне, ты сможешь проверить и запеленговать сигнал с его КПК. Хорошо. Так, а что тогда с остальными? Что конкретно ты предлагаешь? На, возьми эти GPS-пеленгаторы. Микросхема, которую ты спаял, уже туда встроена. Это было дело 5 минут. Все вольные сталкеры на Скадовске знают, что время от времени я выдаю им подобные устройства. Это иногда идет в дополнение к их КПК. Местная сетка от Че иногда начинает очень сильно барахлить, а так с помощью подобных устройств, работающих со спутника, они смогут всегда определить место своего нахождения. Сейчас использование этих вещей приобрело большую активность, актуальность. Дополнительная безопасность никому еще не помешала. Ясно. Значит, вот как ты решил обмануть возможного крота. Так, в общем, все сработает, можно не сомневаться. Но раз ты так уверен, хорошо. Да, кстати, как все сделаешь, подойди к Бороде, у него какое-то дело намечается. Сказал, что при встрече все лично с тобой обсудит. Ладно, не беспокойся. Давай, давай, не задерживайся. Что там? Ранение, облучился? Ну, кое-что покруче. Значит, необходимо передать вот эти вот прослушки Резчику, Лешему, Лоцману и Чеху. Привет тебе, доктор. Как ваше? Ничего, нормально вроде все. Я по делу. Вот, пользуйся. Мне приказано всех на Скадовске подобными передатчиками снабдить. Благодарю. Хорошо. Да-да, прощай, прощай. Так, Лоцману. Здравствуй. Поручение от фараона, держи. Чеху. Вот тебе. Презент. Отлично. Так, и кому там еще? Резчик, а, Леший. Леший, погодите, кто такой Леший? Я уже забыл. Заглядывай. Может, это здесь сидит или нет? Нет, тут глухарь и... Гон, так, кто такой Леший? Это не ко мне, со старшим говори. Но это тоже не Леший. Кто такой Леший? А, это вот этот, наверное. Да. Держи, все. Теперь к Бороде. Хорошо, пойдем с ним поговорим. Как говорится. Так, здорово. Фарон сообщил мне, что ты хотел меня видеть. В общем. Ну, так. Ахиллес выходил со мной на связь. Дела у них пока идут глухо. Две группы были переброшены к Янову, чтобы разузнать, что там да как. Но пока от них в эфире ни слова. Как бы не сгинули там все. Походу, ребят реально насмерть послали. И да, просил передать тебе, что необходимо будет выполнить одно поручение. Причем выполнить срочно. На Затоне, кроме тебя и еще одного агента, оперативников больше нет. Поэтому мы должны затянуть лямки. Так, с этого места поподробнее.
Сверхусилие это не займет, но будет в этой задаче одно небольшое условие. О нем расскажу позже. Для начала – задача. Ахиллесу необходимо выяснить некоторые обстоятельства провала операции «Факел». Нам нужны только факты и ничего более. Нужно обследовать места крушения сбитых вертолетов и попытаться найти черные ящики. Это первое из заданий. Второе – подобрать пару сканеров, расставленных местными скаутами. Возможно, они содержат в себе записи с перехваченных радиочастот. Тех, кто подготовил атаку на вертолеты, да и мало ли кого еще. В принципе, это все. Тебе не обязательно выполнять оба задания, одного будет достаточно. Так, о выполнении этих заданий никто не должен знать, за исключением тебя, меня и Ахиллеса, пока я не могу объяснить тебе причины, почему мы не хотим посвящать в это остальных агентов. Ладно, отлично. Тогда тебе необходимо будет выдвинуться в район падения двух вертолетов. Координаты я тебе сбрасываю. Нас интересуют бортовые самописцы, которые на них находятся. Сними их, а также извлеки оттуда микросхему со специальной маркировкой. Ты знаешь, что это за маркировка. И знаешь, для чего она? Сами черные ящики нужно будет передать Кардану. Ни при каких обстоятельствах не упоминай при нем о микросхемах, ты понял? Никому об этом ни слова. Сами платы ты потом лично должен будешь доставить Ахиллесу. Он даст тебе знать, когда именно это необходимо будет сделать. Ладно. Так, и где? Раз и два. Понятно. Так, я сейчас прибежал на земснаряд. Смотрите, что здесь лежит. Это, наверное, волка. Винторез. Скорее всего. Я как-то пропустил его. Тут еще и другие стволы лежат. Да, но это я не брал тогда специально. Ну ладно. Так, и здесь где-то нам надо поднять сканер. Да. Извлеките дополнительный модуль. Сейчас посмотрим, как это делается. Использовать, извлечь. Все, отлично. Теперь отправляемся к следующему месту. Я вот уже возле следующего места, но смотрите, кто здесь к нам бежит. Ё-моё. Кстати, на РПК прицепил прицел. Снял с... Ух ты, ничего себе, как быстро. Ха, ничего себе. Ну ладно. Снял с айсвала. Там он в тайнике у нас лежит айсвал. И вот на нем был прицел. Так, а вот он следующий передатчик. Или что мы там взяли. Извлекаем модуль. И теперь нужно передать найденные приборы Кардану. Я к тебе по одному делу. Посланник Бога на земле сказал, что ты переделаешь мне рацию. Передашь. А, рацию. Да, забыл, сейчас все будет. И, кстати, ты это выполнил свою работу? Мне передали, что мне доставят какие-то приборы, только не сказали, что именно. Да, я достал черные ящики с упавших вертолетов, забирай. Думаю, ты знаешь, что с этим делать дальше. Вообще-то мы собирали немного другое. Ну ладно. Не сомневайся, Нарсул, начальную расшифровку я проведу сам, с остальным пускай старшие решают. Мое дело тут маленькое, вот рация. Это как раз то, что тебе было необходимо. Ты уже сейчас можешь попробовать просканировать частоты с установленных радиопередатчиков. В принципе, если повезет, то уже может быть получен результат. Ладно, ну и давайте попробуем. Так, канал 1... 2, 3, 4, 5. Ага. Птичка в клетке, мы у дороги, ведущий к портовым. Не опаздывай. Ничего себе. Так, и нам теперь необходимо сообщить фараону результаты прослушки. Я просканировал частоты, и успешно. Так что, ситуация прояснилась? Ну что, да, есть прояснилось. Мне удалось получить абсолютно четкий сигнал жучка. Ну, так кто это? Давай не тяни резину. Мои первоначальные подозрения подтвердились. Это один из скаутов, Крис. А, вот же тварь. Тебе удалось засечь его местонахождение? Да, удалось. Он назначил встречу своим покровителем в районе портовых кранов. Мне кажется, что его надо брать. И брать как можно аккуратнее, желательно живым. Это-то понятно, что живым оно всегда лучше. Хорошо. Один отряд скаутов постоянно дежурит на Скадовске. Они справятся с этой задачей. Выступай вместе с ними. Все, выступаю. Так. Иди, нечего тебе. Но я надеюсь, если мы поспим, ничего страшного не произойдет. Давайте до 6 часов, просто чтобы было посветлее.
А то там уже почти 9 было. Вот 6.23, самое то. Давайте съедим рисовую кашу. Я ее постоянно откладывал на потом, но думаю, время пришло. И отправляемся с этими ребятами. Так, очередной куст нас ждет. Хм. Дяська Данько. Поздорово, Нарсул. Фараон передал нам, что ты вычислил крота. Так, в общем, потом будем обсуждать. Двинули. Ну и вот сейчас в эту солнечную и прекрасную погоду пойдем к портовым кранам разбираться с Крисом. Так, может, там уже кто-то есть? По-моему, кто-то есть. По кому вы стреляете? Так, они стреляют не по... Не понял. А, там он еще зомби ходит. Кстати, да. Вот после того, как мы разговаривали с этим пленным возле аномалии Железный лес, там вот у него было что-то с лицом. И после этого здесь на Затоне стали зомбированные появляться. Возможно, еще не все. Да все уже, все, пойдем. Не знаю, почему они стали появляться. Может, тоже тут какие-то происходят события непонятные. Так, смотрите, а здесь у нас трупы. Здесь у нас трупы вольных сталкеров. И вот, кстати, этот самый Крис. Ха. Интересно. Его прослушивающее устройство. Поговорите со скаутом. Ладно, сейчас пообщаемся. Что ж произошло? Встреча прошла, значит, неудачно. Так, ну-ка, пролезем. Сейчас еще этого осмотрим. У всех медузы. Так, ну что, давай пообщаемся. Ё-моё, мы не успели. Я так и предполагал, что этим все закончится. Крис мертв, ходоки тоже. Значит, что, единственная зацепка потеряна? Нет, я догадываюсь, кто это подстроил. Крис просто пешка, его убрали. Тот, кто это сделал, тоже пешка, но пожирнее. Я так думаю. Я подобрал прослушку с тела скаута, она не та, которая должна у него была быть. Тутанхамон просчитался. Прослушка, говоришь? Слушай, я не очень догоняю, о чем ты. Мы нашли КПК Криса. Он валялся здесь, неподалеку. Может быть, он выронил его случайно во время боя. Но такое ощущение, что он выложил его специально, чтобы его кто-нибудь подобрал. Не знаю, как так может быть, но это факт. Ну давай мне его сюда, я разберусь с тем, что у него там есть. Нападавшие не успели замести следы в этот раз. Видимо, они сами не ожидали, что так выйдет. Действовали грубо и неаккуратно. Возможно, поэтому и убрали заодно и Криса. Забирай КПК. А так вполне может быть. Что дальше ты намерен предпринять, Нарсул? Я знаю, что буду делать. Так, теперь что касается вас. Ни в коем случае вы не должны возвращаться на Скадовск. Найдите Аякса. Передайте ему, что фараон замешан во всем этом. Ждите указаний от меня или Ахиллеса. Все, разбежались. Разбежались. Так. Что дальше? Изучить информацию, находящуюся у предателя. Так, нам КПК дали, да? Некоторые разделы не заблокированы, так что с ними возможно осуществить извлечение некоторых важных сведений. Ну, попробуем. Последние контакты. Могильщик. Хм, волк. Объект 13. Тебе достаточно знать, что он постоянно следит за вашей работой, так что даже не пытайся кого-то обмануть. В случае неповиновения или раскрытия личности тебя придется ликвидировать. Если посредник также попадет под подозрение, то и его тоже. Так, а могильщик — это главный посредник операции «Проход» в списке Z, проходит под именем Лукон. Выйти на связь после осуществления основного предписания. Так, последняя переписка. Друид, подготовь все в лучшем виде, они не заставят себя ждать. Вопрос с долговцами нужно решать в ближайшее время, так что думай, с посредником это дело обсуди. Крис, я понял, ложные данные уже переданы группировке. Будем ждать их следующего шага. Сообщите Варгу, что его ход следующий.
Аякс, куда запропал? Выход к намеченному району, как договаривались. Необходимо обеспечить прикрытие свободе. Ждем тебя. Так, Крис, понятно, уже выступаю. У меня вроде все тихо. Посмотрим, как дальше пойдет. Сообщите фараону, что группа может идти. Сапсан, группа вольных на подходе. Мы следим за ними. Можете брать по нашему сигналу. Мое почтение тебе, друг. Я сам ими займусь. Так, вчера. Долговцы вряд ли пойдут в открытую конфронтацию. Пока дальнейшие действия здесь откладываются. Посмотрим, что посоветует Варк. Также работаешь сейчас со вторым фронтом. Птенчики все равно никуда не денутся. Ладно, сегодня посредник. Этот ублюдок вычислил себя. Какого хера ты не работал на закрытой частоте? Хотя это уже не имеет для тебя никакого значения. Что ты имеешь в виду? Операция отменяется? Нет, группа пройдет, как и должна пройти. С ней работаете по стандарту. После ты переходишь к работе на Янове. Тебя выведут. Так, ты даешь гарантии моей жизни? Посредник, все будет зависеть от тебя самого. Объект пока в узде. Я позабочусь, чтобы он не успел к назначенному сроку. И молись, чтобы было именно так. Крис, не проще ли его устранить? Посредник, нет, команды пока не было. О себе лучше подумай. Это был твой последний прокол. Все, жди группу. Личные данные. Прочее. Ну и что нам это дает? В общем, нам нужно не просто было просмотреть, а скопировать вот эти вот данные. Последняя переписка. Так, последние контакты, по-моему, вот это. Вот эта вот кнопка, которая выглядит как закрыть, на самом деле кнопка копия. Копируем. И у нас обновляется задание. Теперь необходимо доложить Ахиллесу о случившемся. Хорошо, тогда отправляемся в Железный лес. Добрался я до Железного леса. Кстати, пока бежал в аномалии Коготь по пути, нашел такой вот неплохой артефакт. Поющая пружина. Плюс 5 килограмм веса дополнительного и минус 3 радиации. И теперь давайте поговорим с Ахиллесом. Ну, здравствуй, Нарсул. В курсе произошедшего у портовых кранов. Мне жаль, что так вышло. Я даже представить не мог, что фараон окажется замешан во всем этом. Я тоже не мог этого подумать. Но все сходится. Прослушки, которые он должен был передать мне, стал использовать в своих целях. У Криса было одно из таких устройств. Не та самоделка, которую я спаял. Плюс записи из его КПК. У меня больше не осталось сомнений, что именно он тот крот, которого мы так искали. Да, ты все верно разложил. Я давно уже стал его подозревать. Но только сейчас удалось поймать его за руку. И именно поэтому я попросил Бороду передать тебе сведения по дополнительному заданию. Кстати, ты все сделал, что просили. Микросхемы с черных ящиков при себе? Да, забирай. Заодно возьми флешку с данными из КПК Криса. Что предпримем дальше? В том, что имеет место человеческий фактор и на Затоне действует неизвестная группировка, я уже давно не сомневаюсь. Нужно искать возможность выйти на покровителей нашего египтянина. Выйдем, не беспокойся. Все уже подготовлено. Он, вероятнее всего, понял, что его раскусили и попытается незаметно уйти. Я это предусмотрел. Сейчас иди к нему и передай, что поступила вводная номер 66. Это особое распоряжение, в которое я не могу тебя пока посвятить. Извини, но ситуация требует этого. Я не могу быть уверен ни в ком до конца. И ты не исключение. Просто сделай, как я сказал. К тому же это один очень хитрый трюк, на который он просто не может не клюнуть. Понимаю, я тоже не до конца верю в происходящее. Что дальше? Наш ход? Пытаемся не верить дальше. Смежник должен все устроить за тебя. Не беспокойся, если что-то пойдет не так, я дам тебе знать. Хорошо, нам теперь необходимо снабдить фараона ложной информацией. Ладно. И я пришел уже на Скадовск. В общем, говорил фараону, что Крис мертв. Мы не знаем, что произошло. Последняя зацепка была потеряна. Я разговаривал с Ахиллесом, он просил передать тебе, что введена директива номер 66. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я? Да, Нарсул, я понимаю, о чем ты. Мне жаль, что так вышло. Твои видения и твой страх еще не истерзали тебя окончательно. Да, подойди ко мне через несколько часов. Я скажу, что тебе предпринять для того, чтобы избавиться от них. Нет, фараон, они лишь образ, уходящий в пустоту. Тебе не понять это. Я буду непременно. Надеюсь, ты найдешь, что сказать.
Непременно. Ахиллес не сказал тебе, но я напомню о том, что ты должен будешь сделать. Точнее, решу, что нам обоим делать дальше. Буду ждать с нетерпением. Так, и необходимо дождаться решения фараона. Ну, давайте пока поспим. Поспим так по-нормальному. Сколько там сейчас времени? 8:23. До 7 часов следующего дня поспим. Думаю, за это время уже можно будет принять все решения фараону, да. И сейчас съедим чего-нибудь. Так, и фараон, похоже, принял. А чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет права. Принял решение слинять. Ладно. Ну-ка, что Борода скажет по этому поводу? Борода, эта падаль обманула нас. Фараон, где он? Что? Не могу поверить, он что, исчез? Да, исчез, как сквозь землю провалился. Ё-моё, и даже скауты не смогли уследить за судном. Я же предупреждал не выпускать никого. Его не удивили мои слова, он понял, что его вычисли. Чёрт, Ахиллес говорил, что агент смежников должен был закончить это дело, и где и когда? А, смежник, поспеши к старой барже, которая недалеко от моста Преображенского. Фараон уничтожит его. Ты должен успеть, понял. Так, мне еще перед этим надо успеть кое-что сделать. Давайте починим вот этот вот вал. Плюс можно прицел на него прицепить. Нормальный. Емкость магазина прокачать. Так, ну тут, конечно, еще можно и вот это все дело починить по-быстрому. Все. И пойдем возьмем, там у меня есть немного патронов к этому айсвалу. Самую малость, 62. Так, здесь, а тут еще есть тоже, ну, 3 патрона. Отлично. И все, можем отправляться. Так, значит, куда нам бежать? Куда-то вот сюда вот. Хорошо, все, погнали. Ну что, вот подхожу я уже к этому месту. Оружие опусти, мужик. Давайте посмотрим, что там происходит. Пока никого не видно. Ладно, продолжаем двигаться в эту сторону. Так. Уничтожьте засаду, ё-моё, нифига себе. Ребята. Так, надо было им гранату быстро кидать. Да, вон я вижу уже. Они мне бросили, я им тоже. Сейчас еще одна полетит. И еще. А, там, блин, там свои. Ну, вроде мужики. Пока своими и остались. Так, спокойно. Нифига себе, это что за... Просто непробиваемые монстры. Какие-то. Сайсвал, они дохнут. Давайте РПК возьмем. Готов. Еще готов. Давай, 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 давай. Все. Преследуйте фараона. В смысле преследуйте фараона? Ух ты, нифига себе. Куда он драпает? Быстрее, быстрее за ним. Кстати, мы когда пришли, там же был какой-то труп. Надо было его, может, осмотреть. Ну ладно, потом вернемся. Главное сейчас за фараоном успеть. Попытайтесь допросить. Блин, вон он бежит. Нифига себе. Так, все, остановился. Остановился, хотя он еще мог удрать. Ну что, давай поговорим. А, вот и ты. Прыткий, однако, оказался, просек. Эх, жаль, я тебя сразу того. Но нет, думал, приложу. А ну тебе, такой кадр пропадает. У тебя второго шанса не будет. Кто эти сектанты, которые это все организовали? А что, если не скажу, а? Что, убьешь меня? Чего ты стоишь-то? Давай уже, стреляй, что, свобода, а? Хамишь под дулом? Я бы тебя с большим удовольствием прямо здесь и сейчас. Хотя шанс дам. Один такой маленький шансик. Кто эти наемники? Ну, скажем так, по ту сторону зеркал они отомщенные души невинно убиенных решили возвратиться. И грехи свои не искуплены у них. А грехи-то какие? Ой, прямо-то веки веков, аминь, гореть нам за них всех синим пламенем. Что ты несешь, придурок, какие грехи? Эти сталкеры, они из клана Грех, но их же уничтожили. Догадливы, однако. Да, они самые, воскресли, чтобы искупить деяния свои. Помнишь твои видения? Сон,
Безмятежный город, детский смех, любимая девушка и вспышка, погубившая все. Твой выбор, Нарсул, за тобой. У тебя не будет шансов все исправить. И не надейся, ты не знаешь, кто они теперь и на что способны. Я решу, кто они и что с ними делать, а пока прими свою смерть. Слышь, сволочь! Я тебя сейчас достану! Ты вообще по мне стреляешь? Так, ладно. Убиваем этого товарища. Фараона. И сейчас необходимо уничтожить греховцев, которые засели на лесопилке. Хорошо. Сейчас к ним сбегаем, но сперва я хочу вернуться вот к этому отряду. Там всех обыскать, может, чего-нибудь у них будет интересное. В общем, у того отряда здесь вот я ничего интересного не нашел, поэтому пришел на лесопилку. Так, ну давайте разбираться с этими мужиками. Вон они стоят. Так, как бы его так снять? Аккуратно, вообще ничего не подозревает. Что-то я не понимаю. Мы вроде по нему там и попали уже. Один раз хотя бы. Так, готов. Кстати, он... Или мне показалось, или был с какой-то снайперкой там стоял. А может, с обычным стволом. Ну ладно, неважно. Так, кто тут следующий? Ага. Готов. Вот уже засуетились парни. Так. Да что ты творишь? Ё-моё, какие непробиваемые. Ну ничего, осталось всего 3 человека. Сейчас с ними разберемся. Ну куда ты ушел? Куда ты слинял, мужик? Так. А где же этот герой в экзоскелете? Недобитый. Куда-то тоже слинял. Ладно, сейчас найдем. Ну давай. Выходи. Не понимаю, куда он делся. А, тут даже 2 еще. Хм. И где он сидит? А нет, уже 4 вообще отображается. А, 4, потому что там, наверное, ловит еще вот этих сталкеров. Так, а где же этот экзоскелетник? Может, я его ранил? Ё-моё, он тут на скамейке был. Все, готово. Теперь надо доложить Ахиллесу о проделанной работе. Хорошо, можем обыскать, осмотреть этих ребят, может, чего полезное будет. Вот еду возьмем. И идем тогда к Ахиллесу. Так, Ахиллес. Агент смежных мертв. Фараон не знаю, что с ним. Скорее всего, тоже. Это грешники, сектантская группировка. Все, что произошло на Затоне, их рук дело. Мать твою, значит, все-таки грех, но откуда они взялись? Как они могли столько времени оставаться незамеченными? Не знаю, это выяснить должны мы. Возможно, именно они были причастны к атаке на наши вертолеты и срыв всей основной операции. Ты думаешь, что это были именно они? Не уверен, но других зацепок у нас больше нет. Наемники отпадают, остальным не было смысла идти против нас. Монолит тоже вариант. В общем, нужно дальше копать в этом направлении под грешников. Согласен, я передам полученную информацию дальше наверх, пусть включают мозги и начинают рыть землю. Ё-моё, какой мы нафиг СБУ, раз целую группировку под носом столько времени разглядеть не могли. Думаю, даже если бы и могли, сразу не поняли, что они такое. Мне кажется, грешники не так просты, как кажутся. Это не просто группировка, и действовали они нестандартно. Угадывать наши шаги им помогал фараон, но мне кажется, что не только он. Они чем-то напомнили мне монолит. Знакомый почерк в действиях, слаженная координация, беспрекословное подчинение. В бою их трудно одолеть. Мне кажется, что они также подчинены кому-то. Это мы будем проверять. А тебе же придется действовать дальше. Необходимо отправиться к Янову, и как можно скорее. Там сейчас тоже черт знает, что творится, но хотя бы не так все запутано, как было здесь. Теперь мы хотя бы примерно знаем, с кем имеем дело, и это несомненный плюс. Будут какие-то конкретные вводные?
Пока нет, просто засветись там для начала. Лоцман теперь должен будет тебя вводить к станции. Но, возможно, понадобится установить, почему группа агентов со станции уже долгое время не выходит на связь. Основная же задача пока без изменений. Ищи информацию по интересующим нас объектам. Остальные указания будешь получать уже на месте. И да, необходимо будет начать думать о возможности выполнить первоначальные задачи операции «Факел». Подумай, как именно можно будет безопаснее и незаметнее пробиться к мертвому городу. К тому же, нам стали известны некоторые другие моменты, которых раньше не было сведений. Что именно? Узнаешь, всему свое время. Тебя это удивит, не сомневайся. Не все так просто оказалось, как мы думали изначально. Нам придется начать новую, возможно, еще более смертоносную игру, нежели чем сейчас. В двух словах могу сказать, что на поле вышел еще один игрок, и он очень силен. То есть, теперь наша конечная цель не осознание? Разве мы не должны выяснить, что произошло в те роковые дни, и что стало причиной последующих событий? Да и основные пункты параграфа разве... Не гони, Нарсул, есть те, кто, по нашему мнению, также заинтересованы в этом вопросе. Как прибудешь на Янов, с тобой свяжутся. Мне кажется, что грех — это не единственная сила, с которой тебе и нам придется иметь дело. Слишком много различных интересов здесь сталкивается. К тому же, мне не ясно, на чьей стороне грешники. Исходя из тех данных, что ты нам передал, выводы делать еще рано. Уничтоженные тобой группы были рядовыми пешками, и фараон в том числе. Цепь пока оборвалась, но только пока, не сомневайся в этом. Я и не сомневаюсь. Ну что ж, ладно. Кстати, а мы тут... Нет, мы тут не пройдем. Ну, тогда сейчас, получается, нужно к лоцману, как я понял, идти, да? Убедите проводника в безопасности пути к станции. Да? Лоцман поручил найти для него два артефакта... Ага, это у нас по... побочному квесту. Да и вообще вот эти вот квесты на артефакты я не буду закрывать, пускай такие висят. Да, общаемся с лоцманом. Дорога к Янову свобода. Нам удалось выяснить, кто устроил всю эту бойню. Раз слышать, Нарсул, все дела здесь сделал. Тогда можем собираться. Выходим через 30 минут. Нехер сопли на кулак мотать. И так времени на всю эту... Срань Затоновская убита столько, что не сосчитать. Ну-ка, давай на дорожку дрябнем по маленькой. Чё, кстати, хоть выяснилось-то? Какая такая гнида тут людей мариновала столько времени? Грешники, это их рук дело. Нападения, похищения и прочие необъяснимые вещи, которые творились здесь в последнее время. Непонятно только, зачем им это все понадобилось. Грешники? Фу, этих ублюдков-сектантов истребили года 3 назад, я сам к тому руку приложил. Не, конечно, недобитки могли остаться, но не могли же они просто так из ниоткуда появиться вновь, верно? Верно. Так что, Нарсул, раз у тебя все складно выходит, берись за это обеими хапалками и пошли как папа Карло, пока не отыщешь тех мразей, которые всю эту бодягу замусили. Для этого на Янов я и иду, ниточки туда ведут, там, видать, собака и зарыта. Ну, ты особую губу не раскатывай, паря. Знаешь пословицу? Типа, расскажи Богу о своих планах и рассмеши его. Ладно, затрындились мы с тобой, пора выходить. Остаток с закусью заверни, после изумрудного привал устроим, там и дохаваем. А после изумрудного через топь и прямиком по одной хитрой тропке к ЖД-станции. Но тебе виднее, пошли. Но до Янова мы не доходим. Ё-моё. Останавливаемся на изумрудном. Да, дела. Так, сразу сохраняемся. И аптечку сверху. Но это нас не спасает. Так. Но зато вот после перезагрузки они там потупили полсекунды. И нас это практически спасло. Так, все, надо отсюда сматываться. Так, ё-мо, еще в аномалию. Не хватало попасть. Все, забрасываем, короче, гранатами. Надо вообще тут побегать вокруг. Может, удастся их запутать. Потом со спины зайти к ним. Не знаю, где они сидят. Но у меня гранат много, так что можем немного побросать. Ну, по-моему, я еще никого не замочил. Вот там вот труп лоцмана, наверное, лежит на миникарте, отображается. На дороге. Скорее всего. По-моему, гранаты вообще не берут. В общем, давайте сейчас поднимемся сюда вот на крышу и попробуем отсюда разобраться с этими ребятами. Так. Ух ты. Ничего себе.
Спокойно. Кто еще? Ну уже давай. Есть. Пока можем сохраниться, подлечиться. Так, еще кого-нибудь, может, через эту щелку высмотрим. Не знаю, убили, нет, не убили, конечно же. Так, три человека еще. Ну и где вы бродите? Ага, понял. Так, спокойно, спокойно. Ё-моё, ну что же за фигня? Может, им гранату попробовать еще раз забросить? Граната вообще их никак просто не берет. Так, пока присядем, как и тот мужик. Давай уже. Неужели? Ага, понял, еще один. И? Что такое? Ух ты, тут начинается... Псишторм или что это такое? Что-то связано с пси-излучением точно. Что это было? Так, и мы очухиваемся... на ВНЗ-круг. Вместе с Ноем. Наемников тут уже нет. Тише, тише, сталкер, ты серьезно ранен. Никаких резких движений. Подожди, сейчас, потерпи, будет очень больно. Все, ты еще в сознании? Как же жжется, что это, что за артефакт? Ё-моё, что случилось, где я, где лоцман и кто, черт возьми, ты такой, говори. Успокойся, я не причиню тебе вреда. Грешники устроили засаду на Изумрудном, и вы в нее угодили. Проводник со Скадовска погиб, а ты отбивался, пока тебя не накрыли псиударом. Не знаю почему, но сектанты не стали убивать себя на месте, а притащили сюда, в закрытую лабораторию под Железным лесом и оставили здесь умирать. Да, ты был при смерти, Нарсул. Мне пришлось... впрочем, неважно. Мне удалось незаметно проследить за грешниками и пробраться следом в лабораторию. Извини, но выйти обратно на поверхность тем же путем смогу только я. Тебе придется выбираться самостоятельно. Сразу скажу, это будет непросто, но ты должен выбраться, понимаешь? Да, я должен выжить. Кто ты? Откуда ты знаешь мое имя? Знакомые сталкеры зовут меня Ноем. Ной, свое старое имя я уже давно забыл, а это дала мне она. И она же указала мне путь. Я успел и спас тебя, пусть и пришлось, даже для меня полынный слиток большая редкость, Нарсул. Ты должен выжить, ты должен выбраться, несмотря ни на что, смерти вопреки, понимаешь, в этом твое предназначение. Какое к черту предназначение, и кто это она? Ты как-то связан с грехом, что они такие? Что они такое? Ты сам найдешь ответы на эти вопросы, сталкер. Мне пора. Я не могу сейчас рассказать тебе всего, ровно как и не могу больше ничем помочь. Она даровала тебе второй шанс. Используй его. Через 10 минут паралич начнет спадать. Здесь в рюкзаке все необходимое. Не густо, но этого должно же хватить. Возможно, мы еще увидимся. Удачи. Постой, кто ты такой? Кто это она? Не оставляй меня здесь. Черт, черт, катись ты, сволочки. Я найду тебя, понял? И тебя, и грех, и тех, кто за ним стоит. Всех вас, клянусь. И после этого диалога игра заканчивается. У нас здесь титры, вроде как из Зова Припяти. За успешно проведенное расследование Дегтярев был поощрен внеочередным званием полковника. Да, в общем, на этом модификация подошла к концу. Вот такой вот мод, вышел он в 2012 году, и для того времени, как я считаю, модификация весьма неплохая. Так что, на этом все. Всем большое спасибо, кто смотрел данное прохождение. Всем удачи, с наступающим Новым годом, и до новых встреч. Пока.